Это такой мирный способ всех опустить. Да. Это такой тихий, спокойный способ. И вот нашелся такой хороший повод. Да. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Стагнация однозначно везде будет, потому что, ну, ограничения по производству, по всяким мероприятиям, вообще жизнь вся остановится. Ну, мы как жили тихо, спокойно, размеренно у себя здесь в деревне, мы так и дальше будем продолжать жить. А вот те, кто живет в городе, они свой ритм жизни резко вообще остановят. И для них это будет шок. И... Вот сейчас вот метро закроют там в Екатеринбурге, где, тем более в Москве, это все, жизнь встанет коллапс. На этом. Да, коллапс. Полностью. И когда я вот в свое время там пытался у себя где-то в блогах писать и на своих страницах в соцсетях о том, что, ребята, бегите из города, в деревню, здесь надо жить. Всякие аргументы приводят. Первый вопрос, который люди задают, а работа там есть? Работа есть, ее умотаться, если она у тебя в голове есть. А если ты привык сидеть и получать, то тебе хоть какую работу дай, ты ее не будешь делать. Надо, чтобы человек сам искал себе свою занятость. Если у него в мозгах это есть, найти себе занятость, он хоть на луне, хоть на голом камне себе работу найдет. А уж здесь-то этой работы валом. У нас есть в Атоме люди, которые вообще не ходят на работу. И живут, пусть не шикарно там, без автомобиля. Ну, наверное, у них мама, папа с пенсией есть. Нет. Пенсионеры. Нет, наверное, не мама с папой. Наверное, у нас все-таки в тайге кое-что есть, за счет чего можно жить.